Я достану тоже фотоаппарат. Всем привет! Вы на канале «Расти вместе с нами». Сегодня мы открываем игрушку голодненького динозавра. Фотоаппарат. Ну что, есть фотоаппарат. Динозаврик поел все наши вещи. Да, и нам придется их вытащить из зубастой пасти динозавра. Не страшно. Вот это да. Я увидела там шарик в инструкции. Давайте, ой, открывайте. Держи, смотри. Вот, вот он шарик. Динозаврика. Да. Открыла. Вот динозаврик. Вот его язычок. Маленький. Да. Сейчас мы достанем все детали и разберемся, что это такое. Тут шипы. О, это наши вещи. Зубы крокодила. Мы решили вместе открыть. И не ты тут, и я тут. Ой. Так, смотрите, здесь носки, круг, фотоаппарат, телефон. Это что такое? Это мы не знаем, что такое. Это, наверное, брелок для ключей. Тут еще ботинок, косточка, ведро, перчатка и сумочка. Эти вещи динозаврик съест, пока мы будем спать. А еще здесь есть крючки, чтобы ковырять у нас. Вообще-то эти крючки для того, чтобы доставать эти предметы, которые съел динозаврик. Ладно, не бери в рот зубы. Да, кролик. Вон зуб выпал. У меня выпали зубы. На самом деле эти зубы не наши. Голодного динозавра. Мне все зубы выпали. А теперь самое главное. Та-дам! Морда динозавра. 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 Давай открывать. Раз, два, три. Это не зубы, это когти. А я засовывала их в рот. Динозавр ходил по земле, а я их засовывала в рот. Представляете? Давайте немножко покормим динозавра. Да, давай. Можно и первое я? Да. А давай вместе. Я покормлю. Я покормлю кружочком. Держи динозаврик. А я покормлю сумочкой. А я покормлю ботинком. Вот. Я покормлю ботинком. Держи ботинок. Я покормлю перчаткой. Я покормлю. Ой, меня снимайте. А я ему дам косточку. А я дам ведро со сливками. У динозавра хороший аппетит. Он поел почти все наши предметы. Знаешь что, я хотела покормить фотоаппаратом. Но он мне самой пригодится. Я тоже не отдам свой фотоаппарат. Он упал, крокодил в рот. Крокодил сейчас съел.
смотрим. Съест друг наш крокодильчик, другие наши вещи, когда мы будем спать. Туфли поел динозавр. А крючки тебе на что? Можно вещи достать крючками. Доставать вещи, пока динозавр спит. Давай, только тихо. Так, я достану фотоаппарат. Это мой фотоаппарат. Нет, я достану. Сложим? Да, я достану фотоаппарат. Фотоаппарат целый и невредим. А я поеду на море, поэтому мне надо круг спасательный. Я тоже с тобой поеду на море, тоже достану круг спасательный. Еще я достану носки. Уже достала. Я достану. Это моя сумка. О, да. Для собачки. Я достану косточку для собачки, а то мы как там было. Вы голодные. Моя собачка будет... Колонна какая-то, Пуфи, желтая собачка, да. Еще а у меня коричневая. Мне надо фотоаппарат. Сов, смотри, чтобы он тебя в следующий раз не цапнул. Мне вот что-то... А что-то мне нужно не дружелей. Дружелей. Фух. Ну, чуть-чуть точно там вылила, смотри, тут красненькая. Вот. А у меня сумка. Персты. А мне нужно сумка, да? Тоже сумочка. А мне же там важно. А мне надо. Телефон. Дрожжи. Теперь ты. Хорошо, что вы мне не цапнут там. Цапнут. Ой, София, ты не могла достать бы мне мой ботинок. Лучше иди вот прогуляйся босиком. Ладно, я сама достану ботинок. Не цапни, не цапни. Опа. А мне нужна перчатка. А мне нужна перчатка. Вот такая перчаточка. Теперь ты достань. А мне нужна своя перчаточка. Я победила! Ну вот, он съел мой. Я победила, я так и знала! А, перчаточка! Что? Динозавр почти чуть нас не съел. Давай добровольно ему отдадим нашу вещь. Давай! Только лучше наши вещи выберем. На, ешь, ешь. А перчатку? На. Теперь мы грустные мышата. Вот такие. Вот такие грустные. Грустный мышонок. А я веселый мешонок. Почему я хочу телефон, что ли? Алло, Кристина? А, понятно, все понятно. У Кристины тоже динозавр съел все вещи. Если вам понравилось наше видео, тогда ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите другие наши видео. Всем пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал обязательно. Будет очень-очень интересное видео. Дальше. Би-би. А мы пошли играть в другую игру, какую покажу вам в следующем видео. Пошли, Соф, пошли. Бери свои вещи, какую ты вытащила, и идем складывать их. Что я ничего не вытащила. Сейчас, стойте, все, улыбочку. Сфотографируй меня. Улыбочка.
играть. Красиво его получилось. Выбирай, какое еще видео ты хочешь посмотреть.